Короче, сделал песенку. Звучит она вот так. Случаются моменты в жизни, когда люди предают. В эти моменты понимаешь, только слабость дают. Ты силы собираешь и дальше продолжаешь. Два шага делаешь и снова падаешь. Так раз за разом постоянно ты ждешь конца, а его все нет и нет. И силы тоже больше нет. Помочь здесь могут только друзья, и их поддержка мотивирует меня. Посмотри на тех, кто рядом, кто друг, кто просто рядом. Ты просто знаешь, друзей хороших очень мало. Ты не бросай их, береги. Порой их очень не хватает. Тоска по ним, грызут душу изнутри. Мы цену дружбу понимаем, когда самих нас предают. И лишь тогда мы начинаем друзей по-настоящему ценить. Когда вкусили сами мы тот горький вкус предательства и лжи. Бывают в жизни моменты, когда с друзьями мир нас не берет. В итоге все же понимаем, что без друзей нам жизни нет. И здесь же сразу понимаем, важнее дружбы ничего на свете нет. Поддержать по-настоящему способен лишь друг и искренний товарищ. Ты другу можешь рассказать свои секреты, ведь он поймет и что-нибудь подскажет. Цене совета друга ничего на свете нет. Сейчас друзей хороших очень мало, по факту просто дефицит. Ведь все решают нынче деньги, за них готовы убивать. Сейчас валюта правит миром, и жаль, что дружбу не обходит стороной. Сейчас в порядке нормы общаться ради денег, а ведь общаться нужно бескорыстно. Короче, как-то так.